Всем еще раз привет. Мы пошли на море. А тут все вокруг цветет. Я не знаю, что это цветет. Ну вот все такое красивое. Вот. Вот и море. Да, сегодня пелена стоит. Ну, тепло. Ветерок такой легкий. Ну, пойдем к морю. Кто там? Смотри. Ну, кто там? Уточки, вот они. Уточки. Привет, море. Привет. Вон они, смотри. Вон они, наверху плавают. Ах, красавица. Привет, привет, ты меня зовешь, уже зовешь. Иди скорее, иди сюда. Это мне дочь позвонила у моря. Ну, иди скорее, поздороваемся, иди. Давай, и скорее, 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 скорее. Вот ты какое. Красиво, красиво. Я соскучилась по тебе. А ты? Рассказывай, что тут было без меня. Вот такие. Вот такие. Ну, маленько так, игривая. Ой, ну как тепло-то здесь, люди, вообще. Прям тепло. Вот в городе холоднее намного, чем на море. Ни ветерка. Прям я сидела сейчас, с дочкой разговаривала. Вот прям у меня аж это, нагрелись ноги. Ой, какие красивые волны у тебя. Ой, какое ты красивое. Солнце светит, я вообще не вижу, что снимаю. Уточки рядом, видите, ныряют. Ой. Вижу. Это вторая. Свернула. Ну вот. Кушать? Кушать еще. Вон, там где-то в районе показалось. Смотри, не было такого, раскидало, как штормов сколько было, да? Да. Все глыбы раскидало по всему побережью. Ой-ой-ой. Ой-ой, как это. Ой-ой-ой-ой. Вот она вынырнула. Вынырнула. И опять нырнула. Иди скорее ко мне, иди. Ой, ты какое, какое. Даже не холодное. Ох, намочила меня рука. Все поближе подбирается. Одна осталась. Чаек столько плавало, пока я раскорячилась тут, блин. Они улетели. Она одна плавает. Но...
Здесь крайне редко, кстати, они плавают. В основном утки. Дельфины. Дельфины, да. А мы по таким камням ходим. Сегодня прямо умиротворение какое-то на море. Давно вот нас не было, да, правда, давно не ходили. Видно, шторма были мощные. Все камнями, все закидало. Ух ты! Только сказала тихо. Оно шумит. Нет, одна чайка плавает. Мы шли, по пути зашли в магазин. Я наконец-то нашла кусочек сала, какой мне надо. И сейчас мужу говорю, мы сейчас салом здесь на море посолить. Я говорю, ты его в море положи, пусть солится. Да, солнышко. Пойдем, пойдем сейчас, пойдем. Я здесь даже ракушечки нашла сегодня маленькие. Мелкие. Ну какой камень. Красила водоросли. Да, ну, водоросли. Какие-то рыжие водоросли. На камне. Фу, какие-то противные. Так наступишь и соскользнешь и утонешь. На берегу. Просто будет больно. Ой, смотри, они какие. Вот они, рыжие эти. Сопливые такие. А вот зелененькие. Столько губки опять повыбрасывала. Прям теплые, теплые вообще. Вот сейчас температура воды я потрогала. А как у нас летом на реке Лиське. Вот такая вот вода. Да ладно, тут что ты плюешься? Оно такое бандитское море. Ой, я куда забралась? Смотрите, водоросли какие. На таком камне стоит. Ой, какие прям большие. Волну не накроет? Нет. Их бы потрогать, а скользко, боюсь.
Тут вода такая прозрачная-прозрачная. Я пошла в море. Нет. Давай. Я-то бесстрашная. Так, подожди. Теперь обратно, ты никуда не ступала. Так. Как красиво цветет. Я не знаю, что цветет. Ну что-то. Ай, а вон так-то цветет. Видите, два сидят. Два рыжих, нет, рыжая, гадко. Киски. Какие веточки красивые. Вот и весна. И вон те сразу полянки. А вон полянка этих желтеньких. Не знаю, чего.